Всем привет! Вот, на мой взгляд, тоже интересная посылочка. Кто занимается всякими там самоделками. Я, правда, не знаю, как оно еще там, что это все выглядит, как оно работает. Но это должны быть блоки питания, как я понял, откуда-то срезанные, типа с мониторов или что. Там в описании толком непонятно, но меня заинтересовало, как бы, что написано 12 вольт, 5 ампер. Как бы это неплохие блоки питания должны быть. Сейчас давайте посмотрим. Вот они вот так вот у нас упакованы. Тут даже видно, вот написано. Не знаю, как будет видно. Ну, да, наверное, будет видно. На экране этого не особо видать. Некоторые писали, что они разные еще присылают. Один типа такой, другой такой. Сейчас давайте посмотрим, откроем. Все ли они одинаковые. Так, радиаторы погнутые. Ясен фиг. На нашей почте все возможно. Вот, как видно, провода срезаны. Оно, походу, где-то... И вот провода срезаны на выход. Где-то они были, уже стояли. И как чуваки там пишут, типа вот конденсатор перед отправкой перепает, потому что все как бы вот вроде целое, а вот это видно, да, свежая пайка. Вот этот конденсатор. Давайте вторую посмотрим плату. Конечно же, испытаем на работоспособность. Но пока что посмотрим целостность. Визуально хотя бы. Ну вот, это прям какая-то... Такая прям как-то затекшая как будто. Вот. По маркировке я хрен его знает, но не может, думаю, 94-го года быть. Да, они все-таки отличаются. Тут вот какая система. И далее. Тут гнездо. А выход просто провода. И другой трансформатор стоит. А эти и радиаторы поменьше, да? Как заметно. А здесь радиаторы больше. Две разные получаются платы. Ну, так-то по элементам они одинаковые. Вот, если так посмотреть. Просто трансформатор другого исполнения. Как бы расположение деталей тоже одинаково, только меньше радиаторы стоят. Этот трансформатор идентичный. 16.05, 16.01, 38.005, 17.40. 17.40, да. Да, и конденсатор тоже как будто перепаянный. Он был клеенный как будто. Похоже. И что, посмотрим на работоспособность. Проверим. И уже тогда можно будет сказать, как они, хорошие или нет. Ну, стоили недорого, как бы. Я поэтому и заказал. Потому что я много чего мастерю. Это очень удобные будут, если будут рабочие. Да, платы, конечно, разные. Ну, ничего, смотрим. Испытания. Что ж, давайте проведем испытание. Сделал вот такую вот нехитрую штуку. Крокодильчики припаял к проводу. Здесь у нас должно быть сетевое напряжение 220 вольт. Ну, по крайней мере, так обещают. Сейчас мы проверим, убедимся в этом. Чтобы главное ничего не замкнуло и никого не убило. Ну, меня. Итак, 265. Ну, это нормально. Это, в принципе, очень даже хорошо. Обычно бывает больше.
Так, сейчас что мы сделаем? Так, переведем на постоянный. И как-то будем подключаться. Блин, если я в руках буду держать, меня током шарахнет, нет? Экспериментировать не будем. Будем аккуратненько подключать крокодильчиками. Оп. На одном просто блоке питания вот такая фигня. Ух ты ж, блядь, нихуя себе. Я же испугался, честно. Искрит-то как. Так, давайте проверим. Ага, наоборот. Плюс там, минус там, да? Эй. Так, 12 вольт есть. Это хорошо. Давайте следующий проверим. Блядь, сейчас как... Если я тут замкну, у меня автомат выключится. И все просто погаснет в этой комнате. Освещение, компьютер. Так, а сейчас еще если хапнуть за какой-нибудь конденсатор, меня тоже током шарахнет. Так, а здесь надо зачистить. Они же срезаны. Сейчас зачищу. Так, давайте теперь подключимся сюда. Тоже, только бы ничего не замкнуть. Вот это так и просится, вот этот крокодил куда-нибудь замкнуться. Оп. Оп. Пошла жара. Так, опять же. Так, плюс там. Минус тут, надо запомнить. Так, проверили. Сейчас будем подключать нагрузку. Эй-эй-эй. Не замыкаться. Так, надо зачистить опять же. Так, есть вот такие вот крокодильчики у нас. Сейчас я эти провода как-то примотаю сюда. Какие-то кембрики надо сделать. Итак, выходные провода я зачистил. Сейчас подключим провода. Пока что, конечно, временно, чисто для испытания. Не более того. Оденем кембрики, чтобы ничего не замкнуло. Вообще неудобно даже какой-то временный монтаж произвести. Ну вот, вроде все. Так, давайте опять аккуратненько подключим сетевое напряжение. Ух ты, блин. Так, а в роли нагрузки будет у нас вот такая лампочка, это моя старая. С машины, не знаю, как будет видно. Короче, 60-55 ватт. Если верить, он 5-амперный, то как раз 12 вольт, 60 ватт должно быть. Сейчас мы будем подключать. Так, надо держать в руках. Так, сначала проверим, есть тут у нас или нету что-то.
и правильно ли у нас плюс и минус подключен, потому что потом будем подключать, ага, не видать, другую фигню еще. Ага, нормально, все, 12 вольт есть. Короче, просто зацепим, он будет гореть, я надеюсь, что будет гореть. Вот так вот. Все, лампа горит. Давайте проверим. Да что такое, я закрываю. Ну, просадка небольшая. Вообще, можно сказать, нету. Также есть 12 вольт. Хорошо. А, так это я подключил сразу две спирали. Думаю, что она так тускло. Получается сразу 55-ку. Вот как можно видеть. Не знаю. Вот. Сразу две спирали. Надо же одну спираль. Не контачит. Ага, не хватает. Так. Или я что-то не то подключаю? Нет. Короче, не хватает. Ну-ка, давайте померим. Это 60 ватт получается. Интересная система. Греется? Нет, радиатор не греется. Так, а почему две спирали тогда загораются? Интересно. О. Блин, у меня же в глазах зайчики от этого света. Ну давайте сразу проверим, сейчас попробуем на амперметре. Короче, разжигаться почему-то не хочет. А, вот, я не так подключаю. Две спирали. Что, 3 ампера. Ну, сейчас проверим другой, вот этот. И посмотрим, что он нам покажет. Так, это в сторону убираем. И подключим сейчас... Ох ты, ёб твою мать. Ого. Вот это жахнуло. Блин, заряд нормальный вот этот конденсатор держит. Так что, если что, не хватайтесь за него. Прям нормально так. Бодрость сразу жизни почувствовал. Давненько меня так не шарахало-то. Так, ладно, давайте подключать. Охренеть! Вот это да. Давно я такого не испытывал. Слишком аккуратно всегда работал. Так, есть контакт. Так, проверяем. Так, есть 12 вольт. Давайте подключим опять же лампочку. Также. Ух ты ж. Засвистел. Еще меньше получается.
Ну, в принципе, тоже 12 вольт держит, но не разжигает отдельные спирали. Вот, дальний свет 60 ватт не разжигает. Ух ты, а это ближний, смотрите-ка, разжигает нормальненько. Ничего себе. Блин, ближний свет разжигается. А почему дальний не разжигается? На дальний не хватает. 60 ватт не тянет. Смотри-ка, а тот блок питания и ближний свет не разжигал. Смотрите-ка. Давайте здесь проверим сейчас тогда ампераж. Ну, в принципе, да. 4 ампера есть на 55 ваттах. Вот это, короче, более нормальный, короче, трансформатор. Сейчас чуть-чуть поработает. И мы посмотрим, греются эти или нет. Вообще, можно использовать не обязательно 12 вольт, но можно питать, например, какой-нибудь там, не знаю, домашнюю это, магнитолу, еще какую-нибудь фигню там, не знаю. Ну, много каких приборов работает на 12 вольт. Можно, например, сделать, как я хочу, поставить регулируемый блок еще, и как бы регулировать от 12 и там, ну, до нуля, можно сказать. Вообще универсальный блок питания. Как бы для бытовых целей 4 ампер вообще вполне хватает. Даже не то, что вполне, а просто с головой хватает. Ну, я так думаю. Ну, для моих, по крайней мере, целей точно хватит. Ну, ничего, вроде чуток поработал. Вот этот чуть-чуть радиатор теплый. Ну, я недолго гонял, может быть, пару минут. Как бы, но все равно 55 ватт нагрузка. Так, ладно. Сейчас давайте подключим. Так, что у нас здесь? Так, это не то. Это не то. Посылочка тут вот еще пришла. Сейчас мы давайте ее вскроем. Главное, ничего опять не порезать. Так, 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 так. Здесь у нас вот такие вот типа ходовые огни. Я заказывал разные, а пришли, похоже, одинаковые. Ладно, ничего страшного. Давайте подключим ходовые огни. Посмотрим, как она у нас будет светить. Вау. Это белый свет или синий, я не понимаю. Не, вроде белый. Блин, светит ярко, опять в глазах эти. Ай, блядь, замкнул плюс с минусом. Какая-то, получается, все-таки защита есть. Ну, хотя кратковременно, он как бы даже не успел, может быть. Просто как нагрузка. Бля, я так точно спалю сейчас трансформатор с этими экспериментами. Трансформатор, говорю. Блок питания. Ну, вот для таких типа экспериментов, как бы,
я и взял эти блоки питания, чтобы иметь как под рукой, всегда 12 вольт с нормальным как бы током. Ну, не с, со средним током, так скажем. Так что... Так что работают блоки питания. Если кому-то интересно, можете заказывать. Вот это чуть послабже, правда, не разжег. Хотя можно еще попробовать, но мне как бы такие мощности в принципе не нужны. Так что всем пока, до новых встреч, удачных вам покупок. И как бы доверяйте, но проверяйте. Пока.